Всем привет, добро пожаловать в новое видео, любители AliExpress и все, кто хочет провести со мной пару десятков минут в приятной компании, присаживайтесь поудобнее. Сегодня я покажу вам несколько очень классных, стильных, качественных и полезных находок из AliExpress, ну и также антипокупки. Ну что, поехали! Давайте начнем с того, что сейчас на мне. Я без ума от этого лонгслива. Я заказывала его еще перед новогодними праздниками. Он очень вовремя приехал и здорово меня выручил, потому что это такая вещь и в пир, и в мир. Он продается в нескольких расцветках, и там якобы универсальный размер, единый, но я могу сказать, что он, наверное, на XSS и не подойдет тем, кто любит все удлиненное. У меня средний рост, 1,62 м, и на меня он сел так, как я планировала. Но если вы такая хрупкая, тоненькая, изящная девушка, то на вас будет вообще роскошно. Чем отличается этот лонгслив от остальных? Вот такой декоративной деталью, которая располагается на плечиках. И мне нравится носить лонгслив с сережками, которые, кстати, тоже из AliExpress. Я показывала вам в предыдущем выпуске об Али пару месяцев тому назад, и, пожалуй, сейчас это мои любимые сережки, которые буквально ко всему подходят. И вот я снимала в свой Instagram Reels, где показывала, как я сочетаю лонгслив с брюками на завышенной талии черного цвета. Мне кажется, что именно с черным эта вещь конкретно в этом цвете смотрится роскошнее всего, и поверьте мне, что никто никогда не догадается, что на вас AliExpress. Кстати, подписывайтесь на Instagram, потому что там я публикую много разной информации, немножко о своей жизни, какие-то рекомендации, также идеи нарядов. И я всегда сочетаю все из разных ценовых сегментов, а не так, что только люкс или только AliExpress. И это вообще у меня всегда так. То есть я не отношу себя к какому-то конкретному ценовому диапазону, потому что я всегда покупаю вещи в абсолютно разных магазинах. Что касается качества этого лонгслива, я им довольна, все аккуратно сшито, нигде ничего не торчит, не имело никакого запаха. Трикотаж мягкий и приятный, немножко тянется и не просвечивается. Мне в нем и не холодно, и не жарко. Я думаю, что весной будет вообще супер. И если вы высокая девушка, то также имейте в виду, что вот на меня рукав как раз не впритык, а нормально. Если же у вас длиннее руки, то я не могу гарантировать, что рукав вам будет не коротковат. На стандартную комплекцию, да, но если вам повезло больше с ростом, то, к сожалению, увы и ах, тут такая загвоздочка. Далее сумка вот такой оригинальной формы, она очень долго была в моем виш-листе. Единственное, что меня останавливало, это цена, хотя на нее очень позитивные отзывы. И потом я не могла выбрать цвет и решила, что мне нужна черная маленькая сумочка на выход. То есть это вечерний вариант или та сумка, которая будет изюминкой в вашем образе, куда вы положите зеркальце, помаду, карточку. И если у вас телефон iPhone Max, то он сюда, скорее всего, не поместится. Мой стандартный iPhone 13 Pro сюда помещается, но не так, чтобы с легкостью залетал. Я пытаюсь рассказать вам обо всех плюсах и минусах, но для меня это не минус, потому что мне она нравится, я понимала, что я приобретаю даже за немалую цену. Эта сумка визуально напоминает Bottega, но здесь не было никаких логотипов, а-ля фирменных чехлов, коробок и всего прочего. Я считаю, что это окей, потому что когда что-то становится очень модным и трендовым, ты приходишь в ту же Zara, Mango и видишь там, ну, очень похожие вещи на люксовые. И в этом нет ничего такого, и я не покупаю подделки на AliExpress. И честно вам скажу, что оригинальную сумку Bottega я бы точно себе не купила вот такой формы и такого размера. Только по той причине, что я считаю, что это слишком дорого, и я не так часто буду ее носить, поэтому я выбрала эту. А если я уж покупаю что-то дорогое, у меня есть люксовые сумки, то это сумки на каждый день, которые я ношу вот просто совсем и на все случаи жизни, буквально. Эта сумка великолепно выполнена, нигде ничего не торчит. Все супер ровно, также не было запаха клея и еще чего-то такого. Замок хорошо работает. И также внутри у нас есть
подкладка. То есть как одно отделение, куда мы складываем все необходимое. Но это немного того, что вы можете взять с собой. Эта сумка привлекает столько внимания. Даже мои дети, которые обычно не обращают внимания на мои новые аксессуары, заприметили ее и говорят: «Вау, какая прикольная», и я с ними согласна. Могу вам тоже советовать, если вас устраивает все вышесказанное. Искала себе новые спонжи для нанесения макияжа и увидела такие, решила попробовать. Показывала тоже в Инстаграме, и многие девочки писали, что они у вас есть, что вы ими также довольны, что они еще и долго служат. У меня их было 4 штучки в комплекте, и одним я сейчас пользовалась, он грязный, нужно его помыть. Они очень мягкие, не такие, знаете, как кусок резины, которым можно убить. Если их намочить в воде, то они увеличиваются в объеме, хорошо отжимаешь и прекрасно все растушевывается. Они не слишком пористые, то есть не съедают много консилера или тонального крема. Я наношу ими как тон, так и что-то под глаза. При желании можно даже сделать бейкинг. И вот пока что я использую один несколько недель, и на нем нет никаких разрывов, все хорошо. Вы мне еще советовали спонжи от бренда iMagic, он тоже представлен на AliExpress, я уже заказала, мы потом с вами сравним. Ну а вот эти могу рекомендовать. Если речь пошла о спонжах, покажу вам что-то, что наконец-то облегчит мои поездки, потому что каждый раз, когда я собираю свою косметичку, мне некуда пристроить спонж. И я мою его перед поездкой, во время поездки пользуюсь, он тоже влажный, валяется в этой косметичке, но это так не гигиенично. И слушайте, нашла на AliExpress домик для спонжа, я могу его потерять, поэтому докуплю еще один. И вот он чуть больше по размеру, чем сам спонж, то есть когда мы его намочим, сюда поместится любой спонж любой формы. Мне очень нравится то, что в домике с одной и со второй стороны есть дырки, то есть спонж не будет преть в каком-то пакете, в какой-то коробочке, и он еще и хорошо плотно защелкивается и не раскрывается. Очень вовремя, потому что совсем скоро мы отправляемся в очередное путешествие. Зачастую я покупаю себе более дорогие очки, но я долго не могла найти подходящую по форме модель и с таким цветом линзы, как я себе придумала. Я искала себе голубые очки, и все были то слишком большими, то с формой что-то не так. Я тот человек, которому Ray-Ban не подходят. Когда я увидела вот эти, мне показалось, что они чуть больше, и думаю, ладно, давай попробуем. Я не прогадала. Вот если бы они стоили в магазине раза так в 4 дороже, я бы подумала, что нормальная цена, берем. Я могу вам точно сказать, что они выполнены очень хорошо. И вот даже когда открываешь, закрываешь их, ну нет ощущения, что у тебя очки из Алика. Серьезно. Давайте посмотрим форму. Я часто выбираю себе очки онлайн и приблизительно могу прикинуть, как они будут на мне смотреться. Обратите внимание, какая красивая линза. Здесь градиент от голубого к светлому, и сквозь них хорошо видно. Не могу сказать, как они защищают от солнца, потому что в Кракове зимой солнце – это редкий гость. Но скоро будет весна, будем надеяться на хорошую погоду. Это скорее имиджевая модель, но у меня много таких, даже дорогих. Поэтому для меня все супер. Я еще посмотрю, какие модели есть у продавца, потому что цена разумное за такое качество. Всегда, когда я крашусь, я убираю волосы от лица, и в этом мне помогает или заколка, тоже, между прочим, из Алика, или вот такие обручи. Они тоненькие, они не пережимают голову, и я покупала их в наборе, там было 2 штучки с более широкими зубчиками и вот такой. Один я где-то уже успела посеять, они у меня очень давно, и, как видите, до сих пор как новый. Они подойдут как на густые волосы, такие средние, как у меня. Причем не обязательно надевать обруч только тогда, когда вы краситесь, а даже на каждый день это удобно. То, что я должна была вам показать еще в начале зимы, но так как она была на меня большой, я ее повесила в шкаф и успешно забыла о ней. Это искусственная шуба, да еще и вот такого насыщенного салатового цвета. И это не случайность, я специально себе такую купила. Мне хотелось что-то не классическое, не базовое, а вот знаете, чтобы
за километр было видно, и цвет точно такой же, каким я себе его представляла, каким он выглядит на фотографиях. Есть и более вменяемые расцветки, но он настолько жизнерадостный, и вот сейчас, когда уже прям хочется весны, но все еще холодно, все будут в черном и сером, а я могла бы щеголять в салатовой шубе. Не тут-то было, потому что я заказала себе размер M, и это реально M, но не на очень высокий рост. У меня моя мама выше, чем я, и на ней она сидит идеально, вот так чуть-чуть оверсайз, свободно под низ можно надеть какой-то гольф или какой-то более плотный свитер. Я так и поступаю, я ношу искусственные шубы, мне в них тепло, но в том числе за счет того, что под низ я надеваю что-то тепленькое. Шубка кайфовая. По качеству это типа как Страдивариус, наверное, или Зара, потому что в Заре тоже раз лучше, раз хуже, тоже нужно копаться. Это не шерстяная шуба, и в Заре, например, такая стоила бы раза в два дороже. Не имела, опять же, никакого запаха, есть карманы, пуговицы. И вот я заметила несколько ниток исключительно там, где пришита пуговица и где сделана петелька. Это не критично, все просто убирается. И я как представила себе, что я могла бы одеться вся в черное. Черные очки, черная сумка. И эта салатовая шуба, я уже прям вот визуализировала, как я буду в ней гулять. Но нетушки. Зато так будет гулять моя мама. Жду, когда она приедет. Мама, приезжай, шуба уже ждет тебя. В этом видео я обязана сказать о чудо-находке, как раз из категории «За 3 копейки», которая пошла по всем моим подружкам, все очищают ковры и свитера. У меня есть машинка от Катышек, тоже из AliExpress, это Xiaomi, по-моему, да? Ну, я думаю, что визуально она всем известна, все ее видели, у многих она есть. Она классная, она хорошо очищает небольшие поверхности. Но у нас в детских комнатах огроменные шерстяные ковры. И купить такие в стационарном магазине или даже заказать где-то онлайн довольно проблематично, чтобы это было стильно и чтобы ковер еще и был из шерсти. Но это вообще какая-то невыполнимая миссия. Мне повезло, я заказывала их в американском аутлете, но шерсть имеет свойство скатываться, особенно если неправильно подобраны пропорции чего-то еще, что добавляется в состав, чтобы катышки так быстро не образовывались. И особенно один, который самый большой, скатался до такого состояния, что я готова была его выбросить. И заказала себе чистилку, вставлю вам фотографию, и кадры я показывала во влоге, как я его реанимировала. И он, кстати, вот за месяц не скатался, надеюсь на то, что так будет и дальше. Да, почистить такой ковер занимает несколько часов, но если, например, у вас есть пальто или какой-то вязаный классный плед, который скатался, и вот такой машинкой вы будете чистить его пару дней, потому что она разряжается, потому что нужно чистить контейнер, а вот таким скребком получается очень быстро, удобно, и он убирает все. Мои подружки, когда увидели, говорят: это невозможно, дай попробовать. И говорят: вау, мне такое тоже надо, но никто не готов ждать, поэтому все одалживают, если он ко мне не вернется, я куплю себе точно такой же. Свитер вы также им почистите, и там не лезвие, а там типа вот такая как плотная пружинка, которая снимает катышки, но она никак не травмирует само изделие. Огонь! Мне очень понравилось, и я рада, что я сделала это еще перед праздниками, и мы можем наслаждаться коврами. Они выглядят как новые, и главное, они теплые, а не синтетические, как в большинстве магазинов. То, что я покупала очень давно, и вообще-то это косметичка, но я использую ее для того, чтобы возить с собой лекарства. Вот такая большая аптечка теперь у нас с собой, потому что у нас периодически бывают разные приключения, так что пол чемодана для ручной клади у меня занимает аптечка. Ну что ж, такая жизнь. Вот эта косметичка настолько вместительная, сюда реально можно сложить и декоративку, и уход. И вот я вам показываю, и нужно купить еще себе и мужу, и она такая
Здесь из кожзама и пластиковая, прозрачная. То есть видно, что находится внутри. И также, если что-то выльется, то это не протечет так быстро, как в чем-то другом. Я очень довольна этой косметичкой. Здесь есть ручка, замок не заедает. И я к таким вещам отношусь как к такому расходному материалу. То есть я забросила, я как-то там не сдуваю с нее пылинки. Эта косметичка аптечка. У меня уже больше года точно, я с нее не сдуваю пылинки. Она прочная, она не порвалась, не заедает замок, нигде не потерлась. Также я заказывала полностью прозрачную с черными элементами. Она вот такая, но ее забрал муж и, наверное, где-то у него в рюкзаке, который у него всегда собран в бассейн. Удобно, если вы ходите в тренажерку, например, и вам нужно брать с собой маленький фен, шампунь, там, гель для душа, чтобы помыться, кремушки и всякое такое, то сюда можете все напаковать и не заморачиваться, закинуть в ту сумку, куда вам надо. Небольшие сережки, которым тоже достаточно много месяцев, а то и лет. И сейчас, когда я еще больше влюбилась в карамельный цвет, во всякие там около коричнево-бежевые, я надеваю их все чаще и чаще. Они тоже из AliExpress, и мне нравится то, что они сделаны под состаренное золото, и здесь вместо пластика приклеено натуральное дерево. Я бы еще хотела найти такие же, только из эко-кожи. Если вы видели, пожалуйста, киньте ссылку, я бы с удовольствием приобрела. Кругленькие, аккуратные, когда хочется добавить что-то в таком же цвете, как у вас в наряде, или наоборот, что-то не слишком контрастное, но отличающееся, это супер вариант. Комплект подвесок. Я просматривала много всего типа из жемчуга, под жемчуг, давайте так. Написано, что это речной жемчуг. На пластик это не похоже. Еще и такое холодное. И аккуратная подвеска. Я просматривала много всего а-ля жемчужного и поняла одно, что если взять самое дешевое, это будет, ну, такой, знаете, некрасивый пластик, и поэтому взяла чуть дороже, но цена вменяемая, терпимая. С курсом доллара, конечно, бывает по-разному, но оно того стоит. Красивая аккуратная подвесочка, которую вы можете носить отдельно, или вот такое ожерелье. Здесь жемчужинки не одинаковые. То есть это не смотрится так, как будто, знаете, бусинки какие-то нанизаны, переливается красиво. И, наверное, это все-таки речной жемчуг. Я оставлю вам ссылку, можете уточнить, если вы хотите быть уверены на 100%. И это так изящно выглядит на шее с каким-то жакетом, или когда у нас немножко открыто декольте, или немножко кто как любит, со всевозможными платьями в таком пижамном стиле, платьями-комбинациями. Очень так женственно, аккуратно, не чересчур, на праздник, на каждый день, как хотите, хоть вместе, хоть по отдельности. Я, конечно же, заказала еще что-то подешевле. Это тоненькое ожерелье, и это уже точно не жемчуг, это пластик. И это тоненькое, аккуратное, изящное ожерелье, как из Пинтереста. На всех этих модных девушках. Не к лонгсливу, это я так для себя прикладываю. Вот. Это вот сколько оно стоит, так оно и выглядит. Что тут выдумывать? Кисти для макияжа. Со мной такое второй раз, когда я их заказывала, выбирая по форме, там не было фотографий с логотипами. Когда они приехали, я увидела, что это типа Sephora, причем линейка Pro. И вы знаете, я бы никогда не догадалась, что это Алик. Они очень похожи. И это хорошие кисточки, оригинальные. Вот это по форме настолько удачное, и у меня такой нет. У меня очень много кисточек, я, правда, большую часть сейчас раздала. И вот мои самые любимые, как ни странно, из AliExpress. Мне нравятся Eco Tools, также Zoeva суперпрочные. И на AliExpress я нашла недорогие, но при этом они мне прям каждый день служат уже по несколько лет. И вот эта кисть мне понравилась тем, что она как пальчик. И она здорово подбирается в уголок глаза, растушевывает консилер. Если у вас есть Sephora, можете пойти и посмотреть. Там точно должна быть такая кисть 52.
Вот она действительно хорошо растушевывает консилер, или можно нанести кремовые тени, можно также припудрить область под глазами. Это синтетика, и я брала ее именно для консилера, для растушевки. Она мягкая, она сделана прям суперски, честно. Но если у вас есть Sephora, то пойдите и посмотрите. Это очень-очень удачная форма, особенно если вы любите работать точечно где-то, локально, и кисть не съедает слишком много консилера. Вторая кисть. Шарлотта. Шарлотт Стилбери. Кисть для румян. Вот эти чехольчики никогда не выбрасывайте, потому что когда помоете, особенно кисточки с натуральным ворсом, сушите их вот в таких чехлах. Я вообще отдельно даже их покупала, потому что тогда кисти не растопыриваются и сохраняют свою форму. Кисть тоже хорошая, она легкая, это уже натуральный ворс, она мягенькая. Мне хотелось бы, чтобы она была не такой плотной, ну посмотрим, потому что я заказывала ее реально для румян, а больше, мне кажется, для пудры и также для бронзера, потому что румяна мне нравится наносить более вуально, а такая плотная кисть может набирать слишком много средства, и потом буду как матрена. Если она чуть больше распушится со временем, такое тоже случается, и я была бы только рада, то есть станет такой более воздушной. Тогда для румяна. Пока что использую ее для бронзера, очень удачная форма, потому что она и не плоская, но и не совсем овальная. И я даже пробовала набирать кремовый бронзер, наносить и придавать лицу легкий оттенок загара, тоже отменно. Правда, если натуральный ворс использовать для кремовых текстур, то он быстрее убивается, но я это сделала ради интереса. По форме окей, Шарлотта. Вы просили напомнить ссылку на перчатку для автозагара. Не знаю, как вы, а я очень люблю легкий оттенок загара на себе. Я использую не самый дорогой, но я не вижу смысла тратиться на точно такие же перчатки для нанесения автозагара, которые продаются в наших магазинах, потому что это копеечное дело, и лучше купить на AliExpress. Они есть разных форм и расцветок. Я больше рекомендую вам черную, потому что на ней не остаются разводы. У меня их есть несколько, одну я пользуюсь, пока другая в стирке. Такие перчатки более равномерно распределяют загары, автозагары. И пусть у меня не самый богатый опыт в использовании автозагаров, но если даже у меня получается, то получится и у вас. Мне кажется, что ровнее всего и естественнее всего смотрятся те, которые в пене. А перчатка вам в помощь, чтобы не было никаких разводов. Если вы используете такую перчатку для автозагара, помните о том, чтобы все равно помыть руки, потому что она немножечко промокает во время нанесения, смотря сколько средства вы выдавливаете, и потом у вас окрасятся ладошки. Так что помойте руки, и остатки того, что есть на перчатке, распределяем вот по кистям рук, для того, чтобы не было вот этого жесткого перехода от нашего естественного оттенка до окрашенного автозагаром. Хорошо отстирываются, не рвутся. Еще раз напоминаю, сейчас весна, начнем оголяться. Кто не любит загорать, но любит себя чуть-чуть шоколадную, рекомендацион. Молочная куртка, которую попросила меня заказать моя подружка. Она выше меня, и она носит стандартный размер S. Мне она великоватая, также длинновата, но я уверена, что моей подруге она подойдет и понравится. Это именно вариант на весну. Не ждите, что она вас согреет точно так же, как пуховик, это вот именно на теплые дни. Она была представлена в нескольких расцветках, подруга хотела именно такую, она на замке, еще с серебристыми заклепками. Нормальная куртка, выглядит хорошо и стильно, мне, наверное, нужен был бы размер S, чтобы она сидела на мне так, как положено. Когда я выбираю, что я закажу, очень часто я перечитываю много отзывов. Если мне что-то сильно понравится, я решаю быть первой. Часто я не промахиваюсь. На этот кардиган были супер отзывы. И я не знаю, что пошло не так. Я заказывала, и я была уверена, что все будет хорошо, и я буду носить его, не снимая. Кардиган очень лаконичный и в таких простых образах, с белой футболкой, со стильными очками, с кедами, с джинсами. Ну, я думала, что я буду выглядеть как минимум как суперзвезда. Но нет, кардиган оказался таким синтетическим. Он еще и великоват на меня,
И вот ткань, с одной стороны, вроде и плотная, но она сидит совершенно не так, как было на фотографиях. Я не могу вам его советовать. Кардиган не был очень дешевым, и я расстроена. Что вам сказать? Я тоже иногда трачусь и выбрасываю деньги на ветер, но зато я могу поделиться с вами своим мнением, и вы не будете тратиться. И то, что я хотела бы показать в конце этого видео, потому что я проверила его в этом осенне-зимнем сезоне, это спортивный костюм. У меня их есть два серых, и это мой самый любимый универсальный цвет на все случаи жизни. Но мне в них настолько тепло, я под них не надеваю термобелье, просто какая-то курточка или пуховик, или даже дома. Я постоянно мерзну не из-за того, что у нас дома холодно, это особенности моего организма, и я люблю спортивные костюмы с баечкой. Недавно купила себе от польского бренда, тоже не самый бюджетный, как же я, зараза, в нем сегодня утром замерзла. Ну, вот так бывает. И хочу показать вам что-то новое. Inflation был в прошлый раз, а вот этот все-таки отличается, и таких я не видела в наших стационарных магазинах. Я приехала в этой толстовке, когда первый раз ее надела на тренировку, и моя тренер сразу обратила внимание и говорит: откуда эта толстовка, я себе тоже такую хочу. Она, с одной стороны, и базовая, а с другой, ну вот, можно по-разному выкладывать горловину без капюшона. Иногда он некоторым мешает, и костюм из плотной ткани, здесь хлопок, но еще и вот такая вот не баечка хлопковая, а именно начес. И я хожу в таких спортивных костюмах до конца апреля, потому что у нас погода бывает абсолютно разной, и до начала мая, а иногда даже июня, у нас бывает очень холодно утром и вечером. И сыро, и вообще, эта зима у нас какая-то совершенно непонятная. Спортивный костюм супер. У меня он в размере M, и это скорее вот такая объемная S-ка. И даже на девочек, которые повыше, он на вас хорошо сядет. Если вы носите где-то M, и вы выше, чем я, то берите L-ку. Чуть снова не забыла вам показать эту рубашку. Уже даже принесла ее, она и так у меня несколько месяцев. Очень оригинальная и стильная снежно-белая рубашка. Чуть жалею, что не взяла себе в цвете хаки, потому что ее я носила бы, наверное, чаще. Хотя сама по себе рубашка отменного качества. Она с необычным воротником, как видите, и застегивается на заклепки. Объемная, воздушная, свободная, на размер SM тоже подойдет. На меня она чуть длинновата, но если вы выше, то для вас это как раз плюс. Мне она нравится, здесь также не узкий рукав, ее можно совершенно по-разному стилизовать, вплоть до того, что можно завязывать и носить с какими-то брюками, например, весной или летом, с легкими, цветными. Белый тоже универсальный цвет, и с чем угодно, и куда угодно, хоть в офис, хоть в качестве элемента повседневного наряда, неофициального, скажем так. Такой вариант не классической белой рубашки, а чего-то более интересного и даже трендового. Здесь, наверное, хлопок смесью с чем-то, но в ней не жарко. И она хорошо носится, хорошо отстирывается и не особо просвечивается. Я под такие вещи стараюсь надевать гладкое бежевое белье, чтобы уж наверняка. А на этом мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что вам со мной сегодня было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.